have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Сегодня Роблокс, и будем охотиться на вампиров. Здесь в этом режиме я еще ни разу не был, однако кот провел здесь уже пару дней и говорит, что здесь довольно весело, так что давайте пробовать. Привет! Мне надо сначала тебя на пробу проверить. Так, я тебе так могу сказать, что... А почему охотник закрыт? А, нужно спрятаться. Смотри, Ctrl это прямо лежать, С это сидеть, а G это включить и выключить фонарик. G. Ага, можно и так. О, физика здесь такая. То есть нас заспаунило прямо рядом с охотником, круто. О, свиная рулька. Я спрятался, и мне хорошо все. Выжившие побеждают? Окей, круто. Я почему-то думал, что охотник это охотник на вампиров, а не сам вампир. Так, ладно. Это был немножечко непонятный режим. Лечка, а здесь есть разница в каточках, как все происходит? Да. Ну-ка, давай посмотрим. Так, результат матча. Новый матч. А, стой, тут нет как такового лобби, да? Нет. Тут все происходит между каточками. Все, я понял. Отлично. Вот был охотник. Тут охотник выбегает. Прикинь, здесь в экипировке есть чеснок. Ну правильно, в нос пихать. Отхавай этого! Ай, луна вышла, и офисный комплекс такие. Ау! Классический. Это как майонез, что ли? Классический. Так, ладно, я человек. Что нужно делать? Проверять группу крови можно каким-то образом? Да, можно проверять группу крови, если у тебя есть особая штука. А как получить особую, что за звуки? Экипировки бесплатно. Ясно. Шахта лифта. No! А, можно и так было, оказывается. Спасибо. Упал слишком далеко. Ладно. Поверните камеру. Слушай, посмотрим немножечко на геймплей вампира. Здесь такое ощущение, как будто ты главный военный преступник. Я здесь картинку одну вижу. А он его проверяет. Он вампир, и он его проверяет аппаратиком. Это нормально. Я. А? Это он меня проверил только что. Ну он вампир. Ты убить его не хочешь? Ну это тогда будет слишком подозрительно. Минуточку, а в чем разница между охотником и вампиром? А что так ярко-то? У него способность. О, он ее схавал. Нормально. То есть ты позарезал кучу народу, а потом, че у меня отобрали нож? Он уже двоих схавал, молодец. Что здесь происходит? Вот последний замок.
Сейчас. С такой с гоглсами сидит. А, что такое? Что такое? Кто здесь? Кто здесь? Зачем тебе двое очков? Одни на поясе, одни... Блин, что вы делаете? Reloading. Он загрыз охотника. Никто его убивать не хочет, да? Закрой! Куда ты ногами пополз? Он тебя не заметил. Я наступлю тебе на голову, но не замечу тебя. Тот самый неловкий момент. Гаси! Ну как так-то? Ну ты не. Ты же выстрелил, елки-палки, как так-то? Ну все. Да блин! Все. Так в смысле? Я же в него выстрелил 3 раза. Как он меня смог победить? Я же. Самое главное то, что он меня не заметил. Да ну серьезно. О, там кто-то сказал, откуда. Это была горячая комната, я вижу. Столько петард пустили. Блин. Упал слишком далеко. Знаешь, как приходят к тебе такие родители. Как низко ты пал, как мог здесь оказаться. Да, вот как-то вот так вот. Ой, нет. Не, знаете, то есть как бы... Без понятия, зачем он на охоте на вампиров, а зачем? Как же, все любят дроны с камерой. Да. Так, я чебурек опять. Хорошо. Выясните, кто вампир, и помогите охотнику убить его. Так, ладно. Так, как работает дрон с камерой? С камеру берешь дрона, потом запихиваешь дронов с камера. Иди нафиг. Меня перцовым баллончиком зафигарили. Зачем? Что происходит? Крутая машина. Когда у меня прояснится во взгляде? Сколько работает перцовый баллон? Выживший побеждает. Да как? У меня раунды проходят просто один веселее другого. Свалился в шахту лифта, заспрейли перцовым баллончиком. Что как дальше? Как этот парень узнал, что я вампир? А ты еще и вампиром был? Как он узнал? Как там, если было, если лох трусы в горох, то значит вампир нос в кефир, что ли? Снирожение. Гаджет выжившего. Так, гаджет. ДНК-тестер давай я возьму. Так, хорошо, а что у нас способности вампира? Да я знаю. Я не успел, просто раунд начался. Классический человек. ДНК-тестер. Я сейчас спрячусь где-то в какой-то жопе и буду с помощью дрона со всем угнать. Охотник. Я пойду спрячусь где-нибудь. Желательно в АФК. Так. Я на улицу могу выйти. Зеленые предметы, я думал... Все, я ухожу от вас. Минуточку, я что, попал в офис Рейзера? Почему тут все зеленое? Прикинь, это явно какой-то офис разработчика. Тут кресло, вон талисман на удачу, компьютер. Geomadness should accept my friend request. Почему Geomadness следует принять мой запрос в друзья? Не бейте фигурку. Дела, которые мне сегодня нужно сделать. Абсолютно ничего. Круто. Выглядит как мой список дел на день. Тут мышь наверху. Черт побери, мышь наверху. Меч! Где ты? Я хочу тебя найти на дроне. Да. Ты меня не найдешь. Меня никто не найдет. Мне интересно. Я красавчик. У меня все хорошо. Я могу открывать двери за дрона. И как я полезен? Меня что, грызут, что ли? Меня едят! Блин.
Блин! Ой, кажется, уже не надо сидеть. Как я не заметил, что он вошел вообще? Может, он с другой стороны меня схватил? Как-то? А да, кто вампир-то? Это чувак... Чувак с белой маской. И у него аптечка на поясе. Убил! Ты не того убил. Вот он бегает. Сказал, у него белая маска. Белая маска и аптечка на поясе. То есть ты убил какого-то другого чувака. Он в темноте тут сидит, в комнатке такой. Понимаешь, он просто сделал какую-то такую штуку с огнем, и я так напугался, потому что подумал, что он вампир и убил его. Вас, по-моему, двое осталось. Вот он бежит к тебе. Тили-тили-бом. Он уже так близко. Он уже заходит в дом. Умри, 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 трясется. Я тебя ножом затыкаю. Нет, все, до свидания. Приятного аппетита. Кого-то бомбануло. Меня. Да, у чувачка смешок, конечно, просто бомбический. Что происходит? Ладно. Ну, ачивку дали, круто. Level up. Achievement. Так. Аптечка, баррикада, очки ночного видения. Ладно. Там есть еще. Просто ну светить фонариком, ну такое себе на самом деле. Вампиры против! Против чего? Это главное выразить свой прод. И я охотник, серьезно. И как, блин. Это на самом деле так сложно, ладно. Кто? Мы сражаемся против вас, мы вампиры. Я должен тебя убить. Так. Ты что, в двери застряла, что ли? Идем. А сколько тут? 2 на 2, что ли? Я сейчас с дроном буду за вами наблюдать и искать вас. Что происходит? Блин, дрон — это полезная штука. Макс. Да ну блин! S A D A W Space. Выход. Я вырвался. Лифт какой-то сломанный. А как вы через стены-то ходите? Блин, 2 на 2, ты серьезно? Это было 2 на 2, и моего напарника так быстро убили. Я так быстро умер, ты прям не. Нет, ты до сих пор живой. А, нет, не живой, я хотя не знаю. Я в общем-то... А, ты в лифт упал? Я в лифт упал! Ай! Видишь, там я... Я там умер, я туда зашел. Нет, я бомбанул. Я так сдох 2 каточки назад. Я такой захожу в лифт, падаю в щель. Я такой, ты упал слишком глубоко. Все, короче. Офигеть! Ай, ну GG-то оно, конечно, GG. Ну, чувак. Что-то я в них стрелял, и они не особо дохли. Ладно, согласен, надо было... А? Вот, я нанес 31 урона и получил 132 урона, фига себе. То есть там нужно было прям стрелять. Почему взорван? Каким образом меня вампиры взрывают? Есть скилл вампиров. Так, хорошо, если я не хочу без... А, рандом, рандом ган. Если я хочу, ну типа нож, хотя, не знаю. Способность вампира, чувство тепла, лесной пожар, летучий, приманка, яд, кенгуру, сверхзвуковой, что, блин? Ну давай пусть рандомный будет, пока что я без понятия, какие у них есть обилки. Руины долины! Мы что, на карту Диацтек попали? КС-ка, привет! Ну, кстати, здесь более открытая карта. Оно вроде как и плюс, а вроде как бы и минус, я еще не знаю, не уверен. Классический. Классика.
вампир. Я с собой взял крест. Буду охотиться на вампиров с помощью креста. Все, я всегда буду держать свой крест. Я буду каждому давать крест в руки и буду смотреть, что могут так резко изменить. Так, туда, я так понимаю, лучше не падать. А? Нет, крест! Что крест? И как я его так тупо использовал? На что ты хочешь это? Что делаешь? Я сейчас закрыла. А как мне атаковать? Никто не подскажет? Нажимай правую кнопку мыши для своего скилла, нажимай на R для другого скилла. На что? Зажимай правую кнопку мыши, чтобы использовать один скилл, и нажми на R для другого скилла, и зажми. А почему не просто на правую кнопку, на левую кнопку мыши, как все другие атаки, как выстрелы, как ножи? Что за фигня? Ну то есть, короче, блин, не знаю, вот это мне сейчас не очень понравилось. Я вообще урона не нанес. Я даже за охотника нанес больше урона, чем за вампир. Не знаю, не знаю. Шанс охотника очень высоко. Очень высоко. Я на самом деле хотел бы взять себе перед собой баллончик, но не смог. Поздравляю. Нет, ладно, ребятушки, немножечко ощущается, что это бета, некоторые вещи нужно бы подисправить, в принципе, здесь прикольно, здесь весело, но некоторые вещи нужно было бы подкрутить, как, например, нападение вампира, почему нужно настолько сильно в этом всем вникать и разбираться, ребят, есть простые кнопки атаки, которые известны всем и каждому, зачем нужно какую-то правую, потом R, потом присесть на корточки, произнести заклинание, сварить два глаза лягушки, и только потом у тебя что-то случится. Ты же вампир все-таки. Вот и охотник. Не стреляй в него, он же невиновен. I'm reloading. Откуда ты, кстати, знаешь, что он невиновен? Потому что он очень выглядит невиновно. Посмотри, он даже... Эти твари берут и закрываются. Я с вами. Это паркур, блин, больно. А где? Что? Что? Где? Где кто? Кто? Что? А чего вы не хотите взять и пойти ко мне в баррикады? Наверх туда? Вампир не достанет. А где это? Почему я не могу яблочко съесть? Я потратил... Где башня? Вашня. Вот вашня. А, вот. Я немножечко не люблю паркур в Roblox, как вы все знаете. Тем более паркур от первого лица. Он вообще адский. Что происходит? Кто жует? Фу! Что это было? Я вас всех взорвал. Зачем? Потому что я вампир. А, блин, где я? Я нифига не вижу. Это чеснок. Спасите! Чеснок! Не люблю. Так, все, я теперь понял. Сегодня за обедом я тебе предложу чеснок. Посмотрим, как ты отреагируешь. Где я? Я нифига не вижу. И нафига я баррикады поставил? Я же тогда здесь застряну навсегда, надолго. Forever, например. Блин, это... Знаете, эта игра не для того, чтобы выигрывать, для того, чтобы просто поржать. Тут тысяча тупых способов сдохнуть, например. Нет,
Ну, на самом деле, я ни разу сегодня не выиграл, но я вообще что-то ни капельки не жалею, что мы сюда зашли, потому что, ну, такой трешачок прикольный. Я, кстати, думаю, что когда это все допилят, то будет гораздо получше. Так что нужно будет следить за этой игрой. Блин, где вы? Не надо тебе ничего. Че это с тобой? Ого, ППшка. А-ха-ха-ха, чеснок! Да вы задолбали, это нечестно! Это не чеснок! До свидания. Да блин! Этот парень задолбал каждый раз говорить. Ну, ничего бы нет. Ладно, ребятушки, так мы сегодня поиграли. Спасибо, что были с нами. До встречи тогда в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.